Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Лига мастеров, одна звезда, я забираю награду. $100, блин, не хватает все равно мне для того, чтобы купить себе откаты. Так, хочу посмотреть сразу, сбросили меня или нет. Лига сёгунов, 36 ранг. Ну, в принципе, не так сильно, я думал, будет хуже. Так, зайдем с тобой в список, начнем искать сразу на Рокзара. Пока горяченькие, да? И нам нужно с тобой найти один комикс. Так, комикс всего лишь один. Ну, будет выпадать мне сегодня комикс или нет? Хорош тыквой меня кормить. Надоели вы уже. Так, комикс нам выпал. Окей. И нужно найти 8 катушек. Поехали. Так, одна катушка нашлась. На самом деле это магнитофон. Не знаю, почему он называет ее катушкой. Так, вторая. Нужно 8, да? Вторая. Так, давай вот здесь, наверное, поищем. Ну. Так, 150 мутагена. Это ерунда, 95 мутагена. Третья, нужно 8. Ну, уже 5, уже 4 даже. Так, 4 катушки находим, и мы с вами прапаем. Ух ты, слушай, сколько нужно, чтобы точно, чтобы не переборщить. Так, 2 магнитофона, 2 катушки, называйте их как хотите. Что-то я не то начал делать, хотя нет, все нормально. Так, навыки. Сюда и попробуем здесь вытянуть. Во, катушечка. И последний, будь. Что? Блин, давай здесь. Ну, нет, ребята, не хватило нам пиццы, к сожалению. Слушай, ну это обидно на самом деле. Может быть, пока мы играем, у нас накопится с вами маленечко. Давай заберем. Подожди, реворд. Откроем теперь с тобой колоду. Бесплатно, естественно. И что у нас там? Это кто у нас? А, Рокзар, я его даже не признал. Думал Кирби, но это Рокзар. Пройдите серию испытаний. Ой, друзья мои, насчет испытаний сейчас будет немножко сложно, потому что ты помнишь у нас в прошлой серии что? Собрать и сбросить? А, так тут Пруден, ё-моё. Блин, я уже напугался, ну что за проблема-то? Что у нас вот Рафаэль, да, именно Рафик у нас может упасть буквально в любую секунду, но я попробую перебрать инициативу именно на Рокзарчика. Чтобы Рафаэль, по крайней мере, ну, ожил, его подхилим, да, и все будет у нас тип-топ, надеюсь на это. Тихо, 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 я сказал, ты посмотри, что делают, а. Фух, все-таки лучше хильнемся с тобой, лучше мы хильнемся от греха подальше. Все, отлично, живем, слава богу. За Рокзара мне теперь немножко страшновато вдруг стало. Ну, если мы с тобой возьмем Рафаэля в провокацию, хотя я не знаю, стоит ли вообще брать. Наверное, не будем пока. Потому что Рокзар у нас, не забывай, 73 уровня. А враг 80-го, поэтому я и боюсь за него. Хотя, знаешь, если даже его уронят, ничего страшного там не будет. Я не знаю, надо ли нам сделать с тобой уклонение, хотя пускай будет. Просто, как всегда, они вовремя отвлекают. Это вот постоянно. Я уже не знаю, ребят, я буду скоро отключать телефон просто-напросто, чтобы меня никто не отвлекал. Раздражает. А с другой стороны, а вдруг что-то важное, да? Так, у нас с тобой уклонение стоит. Все-таки Розара я не буду брать в провокацию. Ну его нафиг. Завалят, даже не поморщится. Так, слушай, у нас тут училка злобная. Я ведь помню, что она очень злобная, поэтому надо ее немножко... Эй, немножко... Фокус не вышел. Давай вот, эти, вот этим вот супер ударом, может быть, вырубим ее все-таки. Крепковато. А, вертушечка. Ё-моё, спаситель ты мой, Лео. Спаситель ненаглядный. Молодец, у него все хорошо получилось. Ух ты, Усаги имеет месть. Вот, видишь, Рокзару сколько нужно ударить, чтобы завалить этого Джастера. Но, тем не менее, у нас команда вся целая, всех сохранила, и слава богу. Так что, друзья мои, я дальше могу продолжать эту эпопею уже своей основной командой без Рокзара. Так, здесь мы с тобой забрали, поднять уровень персонажа. Вот, вот это нам еще нужно с тобой будет сделать обязательно. Поднять уровень персонажа. 15 тысяч мутагена. Кому там, чего там глаз режет, писали мне. Кому? Я не вижу 49 уровней. Или 48. А, крипу что ли? Ну... Давай, давай, прокачаем крип уровень. Хорошо, уговорил. До полтинничка вот так вот сделаем.
Так, что дальше? Дальше мы забираем с тобой весь, абсолютно весь реворд. И бежим прямиком. Мне охота, ребят, вот эти вот откаты получить. Сколько там по времени? Я за кадром успею это все сделать? 20. О, еще сутки будет висеть это задание, так что успею. Погнали на турнирку. Нам нужно сегодня взлететь в небеса, елки-палки. Так, у нас Том, Сергей и Ясир. Ясир. Ладно, хватит придуряться. Погнали лучше. Вот, возьмем Тома. Возьмем Лео. Тут 60 уровни. Я не знаю, можно, в принципе, полтишки отыграть. Полтишки отыграть и... Ну, я не знаю. Ну, давай возьмем, наверное, вот Змейка Вьюна. Мы обычно как начинаем, да? Лео, страховка, малышня. Давай посмотрим, сработает ли этот фокус у нас и в этой пачке. Слушай, ну, вполне сработал. Змейка Вьюн меня не подвел, сделал массовую атаку и уложил, как говорится, слэша баньки. Ну, а мы с тобой получаем, естественно, полную награду. И перепадаем, наверное, на 25-ю миссию, где-то так. 27-я, что-то низенько-низенько, я думал, будет выше. Так, Лео, Ренни и Бобби. Но тут, конечно, лучше драться нам с Лео, но... Хорошо, уговорил. Давай, пойдем на Лео. Ну, вместе с Лео пойдет и Зек. А вместе с ними пойдет еще... Карайка такая-такая и... Брэдфорд. Просто из-за кубков. Элементарный расчет, вот и все. Ничего, ни больше, ни меньше, чисто расчет. Так, ну что, ой, Лео, Зек, конечно же, Зек будет первым у нас ходить. Так, неплохо, неплохо он бомбанул. И Лео будет у нас на добивке сегодня. Упс, все упали. Ровненько в рядочек, как полагается. Ну что же, давай посмотрим, сколько нам дадут кубков. Перейдем мы с тобой в Лигу Мастеров или же нет. Сегодня нужно укрепиться в ней. Вот сегодняшняя серия — это чисто на укрепление. Нет, мы не перелетим. 15-я позиция, а чё так? Почему так слабо мы переходим, а? Хорошо, давай возьмем Дениса. Дениса я... Так, подожди, железноголовый, подожди маленько. Вот так вот я возьму. И вот таким вот образом. Ну, сейчас-то мы должны вот после этого боя перелететь. Я в это свято верю. Так, ну что, погнали. Леонардо. И потом Армагоша, да? Или как у нас там будет? Да, Армагоша. Я думаю, что ему хватит силенок вырубить здесь всех. Отлично. Отлично, по красоте. Тогда не надо было мне брать Леонардо. Ой, Донателло. Ну ладно, взял так взял. Че, откуда я знал? А не взяв их, может быть, и профукали бы, да? Поэтому не будем женщить. Но с укреплением у нас все хуже и хуже дела. Угу. Так, здесь мы с тобой возьмем Эрикса. И откатов с каждым разом все меньше и меньше. Ё-моёшечки. И полтишки я не отыграю, получается, да? Нет, я все-таки попробую. Так, подожди, уберем вот так вот. Давай хоть маленечко-то отыграем. Ну что это за дела такие? Мы можем с тобой так далеко уйти, а полтишки мои будут позади. Мне это не нравится. Давай попробуем сейчас накрыть здесь большую половину, добрую. Совсем другое дело. Давай, паук, не подведи. Упс. Вот тебе и не подведи. Сейчас эти ребята тут раздухарятся. Кого-то сейчас минусанут. Ё-моё, еще и вот этим ударом. Блин, кто-то упадет сейчас. Эйприл. И еще кто-нибудь упадет, да? Вот оно, ребята. Вот именно вот такая вот ошибка приводит к тому, что мы с собой просто сдуваемся. Да. Инициативы не хватило. Лео не пробил. Паукус не справился. И вот такой вот результат у нас вышел. То есть мы с тобой вообще сейчас никуда не поднимемся. Вообще никуда, смотри. Нет, ну в мастера, понятное дело, ну 98-я позиция. А нам нужно укрепиться здесь. Как ты укрепишься с двумя-то откатами? Я не знаю, ребят. Возьмем самого маленького. Это у нас Никола. Возьмем Николку с тобой, да? Ну, возьмем Железноголового и Бакстера Стоумана. Все равно больше нам тут, ну, ничего не сделать. Как говорится, высасываю все из пальца.
Любые стратегии сейчас в бой идут. Здесь эта команда, понятно, выиграет. Без потерь, должна. Ну вот предыдущий бой, конечно, был у нас лопушевский, по-другому не назвать. Так, давай бомбанем Шарханом. Отлично, и добивочная от железной головы. Все, друзья мои, мы здесь с вами всех порвали. Остается у нас всего лишь последний бой. Ну что, тут опять начинается ерунда какая-то. Опять проблемы с подключением. Я не знаю, ребят, в чем проблема. Достало уже, если честно. Пишите, у вас то же самое или нет? Или только у меня? Обрывы связи и так далее. Так, Берти, Александр и Игорюха. Ну, так как у нас осталась одна имба, тут можно любого выбирать, даже несмотря на это. Раз, два, три. Идет Рокзар и Малышок. А Малышок у нас будет, ну, это вот Муха. Муха Бакстер. Точнее, Муха. Ну да, Муха Бакстер, все, как полагается. Ну, что тут у нас? У нас тут все хорошо, да? Получается, мы делаем с тобой уклонение. Потом кто, Майки или Усаги? Так, Усаги, Майки уже сделал уклонение. Так, делаем с тобой постепеночку, надеюсь. Окей. Берем теперь провокацию. Что ты делаешь? Реднулька, ты еще и не попал. Ты еще и промазал. Так, баф от сплинтера. Баф ерундовый, на самом деле, у него получился. Так, Муха побила у нас сплинтера. Так, этот бросает свою гранату. Даже Муха выстояла. Да ну! Черт подери, Муха, ты посмотри, держится молодцом, не падает. Удивила она меня сегодня. Муха меня сегодня просто удивила и поразила. Как так-то? Не упала в грязь лицом, а выстояла. Две атаки, причем массовые. Нормуль. Так, ну какая там у нас будет позиция? 80, а, какая 80? 75-я, да? 76-я. И больше не могу, могу только вечером сыграть и немножко подтянуть результат. Там как раз у нас откатится. Это вот если смотреть, друзья мои, давай посмотрим, сколько нам ждать с тобой. Сейчас у меня 4 часа дня. Через 9 часов откат. В 12 ночи сяду и не усну. И подтяну штаны. Ладно. Ну что, теперь-то у нас, надеюсь, с боевкой на... Вот, вот она, черепашья буря. Именно сюда я сегодня хотел. Так, самое интересное, кого мне дадут? Да издеваетесь вы, а? Ну вы серьезно, что ли? Ну, ё-моё, блин, ну... Раз в пятилетку выпадает черепашья буря и дают вот такой вот нам... Хотел сказать Г, ну ладно, не буду. Ну не то, что я хотел, серьезно тебе говорю. Ну что это такое, ну... Ой, давай уничтожим с тобой Лео, попробуем. Ага. Ага, началось, да, хилка. Потом сразу же уклонение или еще что-нибудь в этом роде. Давай волну с тобой выпустим тогда. Вау, волной снес двоих просто как с куста. На. Упали постепенного урона. Так, это вторая волна у нас с тобой. И здесь мне не нужен вот этот вот Микеланджело. Тыч, с удара просто, прикинь, снес его. Тих, постепенный урон. Давай-ка пробивной сделаем еще тогда. Отлично. Так, Рафаэлем попробуем ракеты сбить. Фу. Че это такое? Ну, мне не угодишь, да? Быстро сносишь на изи. Долго мучаешься. Тяжело. Равновесие, баланса мне не найти. Ну, тем не менее, тут у нас третья волна. И... Давай так, наверное, сделаем с тобой. Хопа. О, маузеры. Это шикарно. А в конце будет у нас кто? Оригиналы, что ли? Не надо, не надо, не надо. Ага, по Рокзару бомбанул. Ладно, ответочка. А здесь добивочка. И уничтожение. Так, оригинал или кто здесь у нас? Нет. Классика. Классика жанра. Опачки. Так, массовых атак жалко нету. Есть. Есть массовые атаки, откатились у нас. Двоих минусанули, этого добили. И вот этого уложили. Ага, уложили, конечно. Так, он выпускает свой шар. Для нас это ерунда. Все, друзья мои.
прошли мы с вами Черепашью бурю первую. Только первый эпизод, тут их три. Так, ну что, достается нам Микеланджело. Три серебряных осколка и $60. Вот 60 баксов, это круто. Ну что, друзья, попробуем, рискнем своим здоровьем ушатать вот этих вот черепашек, а? Это будет жесткий бой, поверь мне. Ну, а вдруг нам повезет? Опять же, 4 волны. Начинаем мы с классики. Поехали. Упс, так, пока неплохо. Усиление атаки от майки вражеского. Это плохо. Это не есть гуд. Я, наверное, здесь все-таки сделаю защиту себе. Без защиты никуда. Хоп-хоп, массовая атака пошла, да? Ай-яй-яй. Это было больно. Так, еще шар выпускает кого? Ваньку, наверное, нет? Рокзара бомбят. Что это они все на Рокзара? У нас хила опять тут нету, а у них есть. А у них хилер тут есть, понимаешь? А ну-ка, если я вот так вот сделаю. Кисло. Так, в следующем ходе у нас Майки. Надо его убрать или блокирнуть. Хотя бы заблокировали, это уже хорошо. Так, сюда я сделаю пробивной. Упс. Так, и Донателло. Ракетами сможем его убрать? Эть, а вот так если? Да ладно, серьезно что ли? Блин, плохо. Плохо, друзья мои, было сыграно. Так. Это какая у нас? Это только первая волна. Только первая волна. Так, теперь попади называется по нему, да? Ну-ка, так если? Серьезно, что ли? Рокзар только смог. Это была первая волна. Мы пришли с тобой на вторую. Ё-моё, это жестко. Это... Ох. Так, погоди-ка, если я вот так еще бомбочку брошу. Ага. Так, ну чё, давай, наверное, уберем Лео. Убрал. Угу. Аж 20 раз. Ну, провокацию брать не хочу. Не буду я брать провокацию. Давай так попробуем. Оп. Да что? Ой-ой-ой, это, по-моему, крит-атака, да? А, это месть. Это месть, ребята. А я сейчас... Блин, Ванька там на соплях дышит. Ух, Рокзарчик молодец, помог. Давай вот здесь попробуем с тобой. Ушатать. Может, гранату бросить у него, а, в конце концов? Есть. А вот здесь уже шутки не прокатят. Это оригиналы. Тут, ребята, все серьезно. Тут, блин, серьезнее некуда, я бы так сказал даже. Без потерь, мне кажется, у нас тут, ну, просто не обойдется с тобой. Так, бомбанем. Может, оу, ушатали. Взять. В провокацию. Это глупость, мне кажется, да? В провокацию себе возьму. Нас уничтожат, нас растопчат здесь просто-напросто. Вот, первый ходит Майки, и Ваня ханец, да? А я ведь знал, что Ваньку будут бомбить. Следующая очередь будет на Рокзаре, поверь мне. Следующий будет Рокзар. Они уже начинают свою трихомудию. Так, волну запустим. Чего он там еще отхиливается мне? Я сейчас отхильнусь тебе. А ну-ка. Так. Ай-яй-яй, этот-то упадет, он же должен упасть. Ну-ка, надо нам пробить Майки, а уже потом Донателло. Переходим на последнюю волну неполным составом. Все практически покалечены у нас здесь. Ну, ничего не поделаешь. Так, Лео ускоряет, да, команду? Тоже не есть хорошо, конечно же. Так, и кто? Оу! Да. А этот еще взял провокацию на себя. Массовые атаки только нам помогут здесь. Придется пробивать его. Хочет ты или нет. Лео сейчас сделает, ну, массовый выстрел. Естественно, массовый выстрел. Что тут можно было другого заказать? Ничегошеньки. И остается Рафаэль. Так, меткость понизили. Уже плюс. Уже плюс. На. На, добили. Вот, ребята, вам и результат. И всей команды у нас выжил только Бакстер Стокман и Зек. По-другому здесь никак нельзя было сыграть. Но, тем не менее, мы прошли. Так, давай попробуем теперь с тобой. Что мы там получили? $15. О, 75 жетонов. Донателло ролевой. 4 серебряных осколка. А если мы с тобой сейчас сходим на испытание, которое называется Клан Фуд, и глянем, кого нам тут дадут.
Вот, вот, вот это уже интересно. И это уже хорошо. Будем, наверное, пока вчетвером здесь, потому что, ну, больше некого набрать. Я хочу получить эти осколки, ты сам понимаешь, да? Они нам нужны, тут у нас три волны. Ну что, поехали бомбить. Ну, естественно, как обычно, ребят, все нападают на Донателло, потому что он здесь самый слабый. Так, я думаю, массовые атаки пока не стоит применять. Промахнись. Окей. Промахнись. Окей. А мы отдаем сдачу им. Надо было сюрики, наверное, применить. Так, хорош кричать. Давай, Раф, молодец. Так, добиваем этого охламона. Дальше уничтожаем Маузера. И вот этого клан Футовса, который тут неугомонный, что-то прыгает, бегает. Что-то из себя показывает, непонятно что. Переходим с тобой на вторую волну. И здесь у нас к северу. Ну, в принципе, здесь, да, здесь командочка еще та. Так, нам нужно убрать свой. Давай вертушку сделаем. Бакстерсток нам нужно убрать, там, в первую очередь. У-у-у. Зашло, так сказать, да? Пробивной. Четенько все. И третья, последняя волна у нас здесь. Так, Рокстеди. Рокстеди, Шархан. Давай-ка, наверное, мы с тобой по Шархану звезданем. Опа. С постепенным уроном. Все как полагается, да? И попробуем его. Добить-то не добьем, конечно, но колоссальный урон будет. Главное, чтобы муха эта не начала тут хиляться, она не успеет уже. Все, ребята, эти упали двое. Ну, хорош, успокойся, пожалуйста, а, Бибов. Отдохни, наверное, маленечко. Сейчас, сейчас уклонение поставим. С уклонением жить, как говорится, хорошо и легко. Так. Добьем, наверное, его. Отлично. Так, Саблезуб делает прыжок на Дони. Хорошо, что у Дони уклонение, поэтому они не могут попасть по нему. Видишь, промахиваются. Но это тоже у нас под уклонением, так что тоже можем промахнуться. Но мы его вырубили. Так, муха. Сейчас мы добьем ее с тобой. Все, ребята. Ну что, первый эпизод пройден, в принципе, неплохо. Я думаю, наверное, нам надо с тобой пойти далее. Ну, давай, прогружайся быстрее, пожалуйста. Не томи, как говорится, меня. Снаряжение клан Фуд. То, что нам и нужно было. Так, давай глянем, что у нас тут по уровням. В принципе, если мы не будем брать Дуника, мы можем здесь пройти. Ну, втроем против пятерых, конечно, тут преимущество на их стороне. Ладно, попробуем все-таки, да, здесь прорваться, пробиться. Может быть, все-таки у нас все получится. Делаем уклонение с тобой. Так, дальше верту. Нет, не. Ой, что я сделал? Зачем? Какой отхил? Я хотел не отхил, ребят. Ну, вы поняли, да? Конечно, не отхил. Зачем он мне здесь нужен? На первой волне, блин. Нечаянно нажал, а. Не то совсем сделал. Ладно. Пока ничего такого критичного здесь нету. Попробуем отбиться. Так, что у тебя там? Ну-ка, давай попробуем сейчас его завалить здесь. У нас уклонения уже нету. Так, Лео хотя бы отхиливается. Это уже плюс. То есть постепенно урон уже упал с него. Так, и остается добить. Ну что, переходим с тобой на третью. На вторую, точнее, волну. Здесь без провокаций будем, ребят. Без провокаций. Но не забывая про нашу вертушку. Она у нас в откате. В откате. Поехали, запустим. Так, Рокзар, ах, не успел, он уже в провокацию встал. Ну, ничего страшного. Так, тихо, майки мне. Твою же налево, ну, без постепенного урона, это хорошо, ребят, пока терпимо. Когти. Так, вот это вот уже меня начинает напрягать, если честно. Боюсь за майки, сейчас. Ох, ёп, просто ты смотри, что они делают. Тихо. Блин, нам срочно нужно хиляться. Просто срочненько, блин. Давай захиляемся с тобой. У нас там еще, кстати, есть уклонение. Надо уничтожить, наверное, нам Шреддера. Попробовать уничтожить. Упс. Не вышла атака, если. Отлично, минус Шреддер. Так, Кунай бросает Карайка. Ой-о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 й. Тихо, постепенно урон повесил. Блин.
Так, давай-ка мы с тобой уклонение поставим. С уклонением, как говорится, нам немножко полегче будет. Так, а здесь? В принципе, ничего страшного. Давай, наверное, еще подлечимся с тобой. Вот так. Бакстер Стокман что будет? Ракеты выпускает. Ух, ёпрсы-то, да как так-то? Все, ребят, придется убрать провокацию. Не хотел я этого делать, не хотел, видит бог, но пришлось. И надо теперь попробовать уничтожить Бакстер Стокмана, потому что он может вызвать этих маузеров, и тогда нам крышка будет. А он, наверное, их вызовет, да? Так. У этого еще массовая атака, не забывай, осталась, но ее не потратил. Так. Рафаэль отбивается, молодец. Отбивается как может. Так, Карайка, давай-ка мы попробуем тебя бомбануть маленько. Слушай, неплохо ударили. Так, а если добили? Ух, так, ну что? Этот будет пробивной, наверное, делать. Стопудово будет пробивной делать. Ногой. Крис Брэдфорд, я имею в виду. Нет? Хм. Чё-то не то, ребята, чё-то не то. Но мне все равно надо подлечиться. Здоровья мало. Я боюсь за майки. Вертушку, давай вертушку с тобой сделаем. Перестраховку. Изи. Друзья мои, ну все на ваших глазах свершилось. Остается третий только эпизод, но я там очень сильно сомневаюсь, что у нас получится пройти его. Там слишком крутые будут персонажи для нашего уровня. Мы с тобой 80-е, да? А там, по-моему, будут 90-е уже. Сейчас посмотрим. 90-е уровни. Это слишком для меня, поверь мне. Слишком. Это даже для Лео слишком, для одного сотого уровня. Ну что, будем, наверное, тогда закругляться, скорее всего. Ну, тем не менее, все равно мы с тобой получили две награды. Я считаю, это неплохо. Можно было бы, конечно, и пофармить, будь у меня телепорты. Но вот с этим испытанием, конечно, я очень расстроен. Ну, друзья мои, если бы, конечно же, если бы у меня были бы прокачаны вот эти вот ребята. Не вот эти даже, а хотя бы вот эти трое. Рокзар, Крис и Ванька. Хотя бы даже Ванька. Немного было бы попроще, а то он падает и сам понимаешь, да? Все идет коту под хвост. Так что я пойду пока набивать. Подожди, у нас с тобой накопилось? Ох, накопилось. А мы хотели что сделать? Мы хотели дапать нашего Рокзара. Навыки. Нужно еще одну катушку вот эту вот найти. Один магнитофон. Один мутаген нам что-то выпадает. Вот, все, друзья мои, выпало. И прокачиваем до третьей ступени. Вот теперь, друзья мои, все. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.